Мы студенты из университета Уорик, который находится в Англии, в городе Ковентри. Мы хотим сегодня прочитать для вас стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы отметить день рождения городов-побратимов Сталинграда и Ковентри. Чтобы отменить день Д, когда в Нормандии высадились войска союзников и открыли второй фронт. Праздновать день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка и культуры. И, наконец, отметит особенное значение дружбы в эти трудные времена. Стихотворение, которое мы выбрали, поэт написал своему лицейскому другу Ивану Ивановичу Пушкину. Чтобы поддержать его в трудное время, во время ссылки в Сибири. Итак, стихотворение называется «Пушкину». Читают студенты Университета Уорик, Великобритания. Пушкину. Александр Сергеевич Пушкин. Мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор уединен. Печальным снегом занесенный. Твой колокольчик угласил. Молю святое провидение. Да голос мой душе твоей дарует тоже утешение. Дал царит он заточение лучом лисейский ясник дней.